Всем привет, англичане! На связи языковая школа LTC. И, как вы поняли по названию выпуска, сегодня мы отправимся в АМ, или же Макдональдс. И в этом выпуске мне поможет наша студентка Алина. Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать про свои интенсивные курсы, которые я прошла этим летом в LTC. Также после этого мы отправимся в Макдональдс и сделаем живой заказ. А после этого мы разберем все слова, новый словарь. Желаем вам хорошего просмотра. Что я сказала этим? И снова же всем привет. Как вы поняли, меня зовут Алина. Мне 17 лет, и я учусь в 11 классе. В следующем году мне надо будет сдавать экзамены, и я все время, на самом деле, мечтала учиться за границей. Для этого мне нужен IELTS, и с этим мне помогает LTC. Также я ходила летом на интенсивные курсы, что длились 2 месяца. Они длились по 1,5 часа, и первый день у нас был учитель местный, а второй же день преподавал иностранный. Насчет самих курсов. Поначалу мне было немного страшно, но на самом деле я достаточно быстро влилась в коллектив, в учебу, и мне было достаточно комфортно, потому что учителя достаточно хорошо поддерживали в этом. По поводу преподавателей все относились с абсолютным пониманием. Я могла задать хоть 1 000 000 вопросов, и учителя абсолютно нормально к этому относились, адекватно. Каждый мог спросить много вопросов, и учитель объяснял до того момента, пока ты это точно не поймешь, и потом мы также это закрепляли. Никто не обходился без внимания, и это очень-очень большой плюс. Я планирую поступать на финансиста или же на бизнес и менеджмент, потому что к этому лежит моя душа. И какую страну я бы хотела выбрать? Наверное, это Италия и Испания. Что по поводу меня, на самом деле я очень творческая личность. Я около 6 лет занималась вокалом, также играла на инструментах, такие как фортепиано, гитара и другие. Также я люблю рисовать, с детства рисую, и у меня все время это хорошо получалось. Что еще могу подметить, то что я умею рисовать по ткани шерстью. Моим любимым музыкальным исполнителем является Адель. Я очень люблю ее песни и то, с каким духом она их поет. Также мне очень нравится Риана. Should I roll like a diamond? Что ж, давайте перейдем к заполнению этого стола и отправимся на заказ. Okay. Hello. Hello. I would like to buy some chicken burger. Okay, we have chicken classic, chicken deluxe and also chicken tasty. Okay. Do we have any options with combos? Yes. Again, chicken classic, chicken tasty and chicken deluxe. Okay. I want to buy combo with chicken patty and with nuggets. So you have 2 combos, yes? Okay. First with chicken classic and second with nuggets, yes? I want just 1 combo with chicken nuggets and chicken burger. We have chicken nuggets 6 and 10 pieces. What? We have combo 6 chicken nuggets and 10 chicken nuggets. Please, can you give me 6? Okay. You can choose like french fries, cheese sauce and coke. Okay. I would like to buy french fries. And can you tell me about soda? We have Coke without zero sugar and Sprite. Okay, I just want normal combo. Okay. Or normal cola. Okay. And can you please make my burger without onions? Chicken burger without onions. Yes. Already. Okay. And I will pay with QR. QR. Okay. Here you go. Okay.
And how long it will take? From 5 to 10 minutes. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Oh my god. Страшно было? Страшно. Интересный опыт вообще. Ну окей, ты большая молодец, хочешь руку пожать. Спасибо. Что ж, ребята, как вы видите, мы переместились вовнутрь, потому что на улице стало немного холодно. И давайте перейдем к нашему долгожданному комбо. Первое – это у нас картошка фри, то есть на английском – French fries. После идет сырный соус, на английском – это cheese sauce. После же давайте посмотрим на наггетсы. На английском также наггетс. Еще у нас есть кока-кола. Просто можно назвать сода. И самый главный гость – это чикенбургер. Ну что ж, давайте сделаем обзор бургера. Что мы видим первым – это булочка. Булочка на английском – это bun. Следующее, что мы можем увидеть – это листья салата. Лист салата на английском – lettuce. Также можно увидеть майонез. Майонез также будет майонез. И после мы видим самое главное – это котлета. На английском это будет chicken curry. Как вы помните, я заказала бургер без лука, а лук на английском – onions. Также в бургере может находиться огурцы, то есть pickles и помидоры, tomato, сыр, cheese и... Также кетчуп. Кетчуп на английском также будет кетчуп. Что ж, на этом наше видео заканчивается. Всем, кто сейчас кушает, ел или будет есть, желаю приятного аппетита. Если речь идет про английский, то советую посетить пробный урок LTC, ссылку которой вы найдете в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока!